Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и сегодня мы с вами продолжаем проходить страшнейшую для меня игру Сома. Итак, друзья, некоторое количество времени я не заходила в игру. Для вас это, может быть, было не так долго. Для меня это было аж целых 2 недели. Итак, собравшись с мыслями, отдохнув как следует и набравшись смелости, давайте продолжим, а заодно вспомним, на чем мы там остановились. Так, Саймон, Саймон, Саймон. Did you move the outer shields? No, the Sibian, the Yielder. Yeah, I know it's not technically. Наш Саймон продолжает блуждать по морскому дну. Прошу прощения, друзья. Как обычно, я забыла немножко сдвинуть свои уши. Так, фонарик у нас есть. Давайте посмотрим. Итак, Саймон попал в переделку. И как мы уже выяснили, и очевидно, вы выяснили вместе со мной, наш Саймон вроде как и не Саймон больше, а скорее всего, тоже какой-то кибернетический аппарат, а может быть и нет, накачанный электроникой, но почему-то с полностью, как говорится, с мозгами, или я уж не знаю, с головой. Голова профессора Доуэля или что-то в этом роде. Ну, в общем, он мыслит, чувствует и, в принципе, думает, считает себя Саймоном, хотя мы вроде как убедились, что это не так. Ну, я немножечко, может быть, коряво объясняю, друзья. Отвыкла вообще, отвыкла от записи видео, от интернета и вообще от всяческой цивилизации. Так что будем восстанавливать все по мере прохождения, поскольку были у меня намерения. Так, как тут бегают? А, нет, тут все-таки бегают, смотри-ка. Да-да-да, бегают. Были у меня намерения облазить весь все это морское дно за кадром. Но этого не получилось. Времени у меня на это не было. Что это такое? Мы, по-моему, с вами уже видели. Да, с нами плавает этот маленький помощник. Так вот, где-то было здание, вы мне еще писали огромное спасибо, друзья, за то, что подсказываете и пишете, прям так со мной сопереживаете. Я успела уже забыть, как здесь было страшно. Я помню, что было страшно. Так вот, здесь было где-то здание, которое надо обыскать. Сами, кстати, бегает, ну как-то очень интересно запыхивается. Я не заметила там лестницу в прошлый раз. Поэтому давайте я его сейчас попробую поискать. Итак, мы познакомились с Кэтрин, которая тоже вовсе не человек, а чип, если можно так выразиться, с человеческими воспоминаниями. Но тем не менее это... или искусственный интеллект, если можно так сказать, про память, сохраненную в чипе. По-моему, вот здесь что-то было. Мне очень не нравится, что тут очень много крабов. Крабы должны чем-то питаться. Крабы обычно питаются трупами. Ну, не только трупами, но не побрезгуют. Ага. Тихо, что такое? Почему ты кричишь? Мне надо кричать. Вот та самая лестница. Так. А. Вот так вот. Да-да-да, вот эти вот наши подозрительные ручки, но ручки-то наши не похожи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ручки-то наши не похожи на ручки робота, честно говоря. Поэтому как-то мне странно все это немножко. Так, а это что такое? Так. Ага, ты здесь на нас смотришь. Тут тоже когда-то был купол, который прорвало, и кто-то тут у нас погиб. О, слушайте, это явно камера. Я вижу, что тут человек погибший. И мы можем... И
мы можем послушать, в чем дело. Ответьте, Старски, вы меня слышите? Thega, listen. Acres is headed for Thega. Delta Lumar Annex, getting a signal but no audio. Straski, it's Como Raby. Acres has gone mad. He's dangerous. Straski! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Straski, I can try sending. Итак, вы мне сказали тоже запоминать имена. Мы помним, что смотритель, который был здесь, переел структурного геля, как вы мне написали, и у него съехала крыша, он вырезал себе глаза и, как я понимаю, перебил всех вот этих вот пришедших сюда. Черт. Как его звали еще раз? Камареби? Акерс. Так, все, давайте выйдем из этих воспоминаний, не будем их много слушать. Итак, она хотела отправить фотографию. Ну-ка. Ага. Так, вот они приезжают, я так понимаю. Что-то они сгружают. Кто ж, елки с палками, я так понимаю, что это какая-то кровища, да? И здесь кровище. Ну, не видно кто. Сошедший с ума Акерс. Так, ну что, посмотрели, поняли, в чем дело? Ах, тулиба год. Тут еще что-то работает. Карта зоны. Что это такое? Что это? Что это зеленое? А, это где мы сейчас находимся? Я думала, это к нам уже кто-то приближается. Так, ага. Внешняя станция это называется. Ну ладно. Так, понятно. Ага. Дельта. Нам надо на Тету, друзья. Вот она Тета, и в принципе она не так далеко. Но здесь пропасть. И этот маленький островочек нам нужно... Так, как отсюда выйти? Вот так вот. Нам нужно выйти, вызвать дирижабли, по-моему, или как-то они назывались. Что такое? Здесь мы ничего не можем сделать. Здесь мы ничего не можем сделать. Такое впечатление, что тут кто-то что-то пытался написать на этом мониторе. А может быть, его просто пытались. Нет, сюда палец рисовать не буду. Это страшные штуки на самом деле. Они лечат, конечно, но... Ну, нам этого не надо. Так, что ж, спускаемся. Кем бы ты ни был теперь, Саймон... Ну, мы кое-что узнали. Так, малыш. Пойдем дальше. То же самое, роботы-помощники. Итак. Нам надо как-то вручную, насколько мы читали уже в заметках в предыдущем видео, насколько я помню, нам надо вручную... Господи. Чем они как-то еще работают? Светятся, что ли? Вызвать те самые дирижабли. Акерс, Акерс. Где же теперь Акерс? Страшно подумать, если Акерс действительно попал на Тету, а судя по всему, он попал на Тету. Кажется, что на Тете все очень плохо. Так. Что у нас тут? Сюда запрыгнуть мы не можем. Может быть, нам этого и не надо.
Так, ну, по крайней мере, здесь нету никаких чудовищ. Это что такое? Какой-то очередной коралл. Бегаю, бегаю. Я не знаю, насколько нам нужна наша дыхалка, но я, по-моему, бегаю по кругу, да? Я окончательно потерялась. Так, ладно, друзья, если я буду очень долго искать... Да, я уже бегу обратно на вот эти ступеньки. Если я буду очень долго искать нашу станцию, то... Ух ты, скат. Тихо. Ага, вот этот... Робот-шахматист. Так вот, Акерс играл с этим роботом в шахматы, насколько я поняла. Так. Сделайте что-нибудь полезное. Итак, вот. По-моему, куда-то сюда, что ли, должны садиться эти... дирижабли, или как они там называются. Тоже жуть. Прибил. Так, почему идут помехи, почему? А, помехи идут от этого. Ну что, малыш, я ничего с ним сделать не могу. От него идут помехи, но... Мне это, конечно, мало нравится. Итак. Что это? Что мы сделали? А, мы выключили. Молодцы. Итак, нам нужна... Нам нужна доставка. Так, это мы уже смотрели, по-моему. Цепелины. Итак, цепелин бездействует. Цепелин 049, 840, 216. Запросить транспорт. Что такое эхо? Антенна. Ага. Самый ближний цепелин у нас... Ух ты, смотрите, на ТТ. Это, наверное, тот самый цепелин, на котором тут Аткерс туда и доехал. 049. 840 и 216. Назад. Дельта. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Volgen did say that you could have fixed it on your side. Так, перенастроив антенну. Can you hear me? I hear you, Terry. I mean... Так, это мы тоже все видели. Видели и слышали. Так, назад. Значит, нам нужно антенну. Где-то мы должны настроить антенну. Вручную. Здесь. Так, это мы смотрели шахматы. Ошибка. Ну, очевидно, с нами не будет играть этот робот в шахматы, который тут летает. Так, ладно, будем искать тогда. Где мы можем настроить? Так. Все это мы тоже с вами видели. Провода. Комнатка, где можно прятаться и бояться. Именно так. Спрятались. А теперь давайте начинать бояться. Ах-ах. Собственно говоря, знаете что? Я, наверное, могу найти эту антенну. Что-то выглядит, конечно, стрёмно. Итак, здесь у нас пункт настройки, да? Ну-ка, давайте-ка пойдем по проводам. Провода. Где вообще антенна находится?
Это здесь должно быть, нет? Как-то все выглядит разрушенным. Ладно, все равно давайте идти по проводам, потому что это единственный след, что ли, который ведет нас. А, или вот, наверное, может быть, тоже похоже на какую-то точку посадки. Ой, ты что? Ты меня так не пугай, малыш. Так, мы сюда можем войти? Ты не хочешь нам это распаять? Эй! Эй! Мне сюда надо. Что, нет? Говорит, что нет. А! Слушайте, вот это что-то похожее на антенну. А мы здесь были, кстати? Ну да, ну да. Ну да, ну да, мы здесь были. Так, прошу прощения. Итак, упс, прилетели. Антенна. Это антенна? Ух ты, вон, началось. Так... Так, давай-ка, Саймон, настраивай. Что это такое? А, слушайте, вот они. Это ж... очевидно, мне надо как-то... Черт, обратно. Вот так, на желтый, да, настроить? Там был цепелин, напомню, зеленого, красного и желтого цвета. На каком он канале? О, связь установлена. Связь установлена. 49-й, так? Hey, try the other one. It's not working. Слушай, ну ты первый раз что-то деловое сказал. Точно 49-й не работает? Ты знаешь, я тебе как-то не очень верю. Got it. Ты что, сам пошел там менять? Ты не вздумай там что-нибудь напортачить. Стрёмный робот. Я имею в виду большого робота. Так, не работает, он мне говорит. Сейчас проверим. Вот он. 40.049, да? Цепелина. На подходе. Цепелин уже в пути. Черт возьми, друзья. А это был не тот самый цепелин? Ну, это я уже, наверное, узнаю. О, ты со мной пойдешь? Куда, где? На подходе, говорят. Цепелин. Ничего себе. Все-таки он сюда сел. А я не помню, я Кэтрин-то забрала? Или забрал? Я уже даже не знаю. Положил прямо на этого. Так, и что мы можем... Слушай, да, ты не фони там. Мы типа можем открыть эту штуку, говорит, с нам.
Открывай. То он не особо хочет открывать. Наверное, тут все заржавело. Какая-то такая косоручность, инвалидность нашего героя меня немножко беспокоит. Так, что здесь надо делать? То есть мы, грубо говоря, на этой штуке можем полететь. Что у нас тут? Ничего. Слушайте, может, робот был прав? Он... Да-да-да, я знаю, Саймон, что у тебя есть мультипас. Что это такое? Вы слышите меня? Ну, конечно, слышите, говорит Акерс. Я хотел вам сообщить, что все, что я знаю, вы не просто выбрали меня наугад. У медленных волн дельты, разбивающихся о берег, было обратное течение. Оно тащит вас в дремоту. Это прекрасно, и я не буду эгоистом. Я помогу. Подоткну им одеяло, прослежу за их сном. Они тоже обретут покой во вселенной Нью. Да, друзья, дело в том, что, как мне кажется, вот это вот все, что, так сказать, опутывает этих людей или бывших людей, это то самое Нью. И вы помните, что нам сказала доктор, как ее звали, Азара? По-моему, доктор Азара. Оно не дает умереть. То есть, как мне кажется, вот эти Нью, они, в принципе, не против живого, они поддерживают жизнь. Сколько мы не видели людей, вот это вот все, система подключена. Они пытаются их поддержать в жизни. Или, может быть, с их точки зрения. Потому что либо я ошибаюсь, либо он шевелится. Но он же шевелится, посмотрите. Причем не просто колыхается на воздухе, он шевелится. Ой! Кто это, кстати? Что за тень была? Чья была тень? Господи, ну ведь явно же была за нами тень. О, черт побери. Для этого малыша было. Да нет, не малыша, малыш был перед нами. Чья была тень? Ну, а что ты там пищишь? Я не знаю, что еще делать. О. Что еще делать? Здесь что-то надо сделать. Цепелин пристал. Что, выключить? О, друзья, я не знаю. Я в панике, опять в ужасе. От того, что... Да. Ладно. Так, Кэтрин. Давай. Calm down, we're safe. Что за... Really disconcerting. Очень удобно вот так выключаться like и отключаться. Где where мы сейчас? Дельта, ну как вы сказали... Oh, right. Цепелин, да. Логичное название. Как думаете, довезет он нас до Тета? Это грузовой транспорт. Их используют для перевозки грузов между станциями. Тех, которые не влезают на шаттлы, конечно, довезет. Да что же он не работает? Давай. А, управляющий чип сломан. Это же... I think it would be easier to just take one from a robot. Из какого еще робота? Just knock a robot over the head and steal their chips. Нам нужен чип. The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on, I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots, sort of. I'll get us a chip. Итак, не работает этот цепелин, потому что сломан управляющий чип.
Нам надо взять вот эту вот дубинку и вырубить робота, чтобы взять у него чип. Слушайте, ну... Роботы только кажутся разумными. Они гораздо ближе к собакам, чем мы с вами. Итак, нам нужен управляющий, черт возьми, чип. Я не хочу бить действительно робота. Это какого робота я должен бить? Этого нашего маленького? А тут, смотрите, он улетел. Тебя, что ли? Нет, у него, по-моему, нет интеллигенции. Он не разговаривает. Это значит, нам надо бить этого шахматиста. Нет, черт возьми. Подожди, Кэтрин. Давайте-ка мы заберем Кэтрин. Может быть, я попробую вызвать другой... другой цепелин. Саймон, забирай. А я не могу теперь ее забрать. Да чтоб тебе пусто было, Кэтрин. Возьмите из ящика, который открыла дубинку, и оглушите робота с управляющим чипом. Take the stun baton from the box right over there and then go look for a robot with a working tool chip. Шайса, я не хочу никого оглушать. Может быть, они такие же... По крайней мере, в них чипы стоят, людей. Хотя, с другой стороны, если мы достанем чип... То есть нам надо вот этого шахматиста глушить. Это какая-то... Hey, you! Don't worry about it. I got this. Чем ты разберешься? Listen. Give me some room, really? Looks okay, right? Yeah. It'll do. Hey, you. Make yourself useful. Так, ну что, ну придется бить робота. Это, конечно, аморальная дулема. И причем, смотрите, мы сейчас, если вырубим этого, малыш-то наш наверняка будет о нас не лучшего мнения. Где там этот дурацкий транспорт? Да, вот кабель идет. И вот она, антенна. Черт, я опять заблудилась. Где цепелин? У нас тут все неправильно устроено. Беги, Сайм. Да, я понимаю, друзья, что, конечно, вы бы эту игру гораздо быстрее, наверное, прошли, но... Что значит, получается, выбора нет? А может, все-таки есть выбор? Давай пристрелим Кэтрин. Здесь нету больше никакой дубинки. Не, ну тебя-то я глушить не буду. Я могу тут что-нибудь оглушить. Ну нифига, дубинка не работает. Насколько я помню... Вроде больше нам чип не попадался. Придется тебя глушить, приятель. Ой, я не хочу этого делать. Ну, я не хочу этого делать. Малыш, отойди, смотри. Слушай, подожди, нету выбора. А если я все-таки попробую вызвать другой цепелин?
хотя мы уже взяли эту дубину, черт. Ладно, ребята, извините, я не знаю, может быть, я и повырезаю, потому что, конечно... Так, статус прибыл. Ну а как я его вызову? Может, он сюда прибудет? Тогда я смогу забрать Кэтрин. Сейчас-то я ее забрать не могу, вот в чем дело. Ну и все, пускай будет гейм-овер. Мне эти дилеммы надоели. Вот, 216, связь установлена. Почему я взяла обязательно сломанный цепелин? Да что ж это за наказание такое? Ну почему? Давайте вызовем другой цепелин. Какой это был у нас? Я сейчас даже забыла. Так. Он уже пристал. Цепелина. Ну правильно, тот, который был на Тете. Все, я ничего. О, ну какая я неудачница. Почему? Почему я выбрала не тот цепелин? Да идите вы к черту. Антенны. Да, можно же было выбрать 216-й, 840-й. У нас, конечно, есть загрузка, друзья. Я надеюсь, что она есть. Я как-то ни разу не пользовалась сохранками. Начать, как говорится, ну, не с чистого листа, а начать именно с этого момента. Дружочек, извини. А как пользоваться? Извини, малыш, тебе пришлось это все наблюдать. Ну и что теперь делать? Не хотел. Смотрите-ка, мы с ним пообщались. Я ему помигал. И он нам отвечает. Так, как там было SOS? Два коротких, два длинных. Вернее, три коротких, по-моему, три длинных. Он не понимает. Нет? Нет. Он меня не понимает, друзья. Ну что ж, он меня не понимает. Он за мной даже не следует. Боится. Как мне жалко. Значит, он не будет мне больше помогать.
Да, он нам не будет больше помогать, друзья. Это все очень печально. Это, может быть, конечно, не самая печальная серия. На, Кэтрин, чтоб ты подавилась. А чья была до этого? Спасибо, Саймон, не злитесь. Ладно, нам был очень нужен чип, иначе мы застряли бы тут. А вы бы могли вот так вот убить робота? Я тоже к ним привязываюсь, я не чудовище, но здесь иного выхода нет, не было. Он говорил, в смысле, он бредил, но казался искренним. Ну что ж, я уверена, все хорошо. Неужели он так... Я просто начинаю осознавать, ну, по-настоящему, я робот. Мы это уже обсудили. Наверное, я это знал еще, когда проснулся. Просто гасил себе мысль, вроде как мозг не хотел. А сейчас не думать об этом уже трудно. Да-да, может, вы переключите, наконец, переключатель? Да-да, конечно. Саймон, слушай, по-моему, это мерзкая Кэтрин. Я, на самом деле, я уже ее ненавижу, друзья. Я эту тетку ненавижу. Она нас использует. И так же, как этого несчастного робота мы убили, я думаю, что будь у нее возможность, она бы тоже совершенно спокойно вытащила бы этот чип у нас из головы в свою пользу. А сейчас только прикидывается хорошенько. Ей надо попасть к тому самому ковчегу. Она просто-напросто нас использует. Я... В возмущении и в гневе. Что делать надо? Поехали, черт возьми. Thanks. Спасибо. Да обложись пирогами. Не будь Саймон действительно так зависим от этой дурацкой Кэтрин. Я б, наверное... А что б я, наверное? Что б вот я на месте Саймона сделала? Ты знаешь, что ты робот, но ты чувствуешь себя человеком. Прощай, малыш. Ох. Долетим ли мы на этом? А где мы? Есть? Тут есть где-нибудь? Ничего сделать не можем. Не посмотреть ничего. Ну, что скажешь? Молчишь? Вы хорошо управились, Саймон. Мы немножко отошли от Дельты. Нам надо прибыть на грузовую платформу рядом с Тета. Потом мы зайдем внутрь, заберем Денбет и спустимся в бездну. 4000 метров. Долгий будет путь. Но волноваться не о чем. Данбет, ковчег можно пускать хоть в Марианскую впадину. Батискаф выдержит. Отлично. А потом мы сможем начать слушать, как да, говорят другие. Потому что... Что? Простите. Я просто все время думаю, что мы во что-то превратились. Очевидно, что мы больше не люди. Как я тогда... Очевидно, что мы больше не люди. Но как я тогда смогу осознавать себя Саймоном? Как вообще смогу что-либо чувствовать? Ведь фактически у меня нет ушей, нет рта. Господи, даже думать об этом жутко. Я ведь издаю звуки, что-то там говорю. Еще как. Скорее всего, ваше новое тело обладает чувствами, аналогичными тем, что были у вас, и ваш разум, которому известен лишь один способ восприятия мира, применяет эти чувства к вашему новому облику. Значит, мой разум защищается, делает вид, что все по-прежнему. Иначе бы вы, наверное, не смогли взаимодействовать с миром, и тогда бы либо умерли от стресса, либо сошли с ума. Значит, я нашел равновесие между знанием и незнанием. Выходит, лучше об этом не думать, или мысли наоборот? Может ли выйти так, что я... Друзья, ну не успеваю читать, ладно. По крайней мере, я попыталась. Не забудьте взять меня с собой. The artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? The warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose.
It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. И она отключилась. И она отключилась, друзья, в полной уверенности, что мы ее возьмем с собой. Мы, тем не менее, прибыли на Тету за всеми этими разговорами. И, собственно говоря, нам придется брать ее с собой. Я не могу без нее отсюда выйти. Мы зависим от Кэтрин так же, как она зависит от нас. Так, здравствуй, Тета. Здесь обязательно такая музыка. Надо помнить, друзья, что здесь где-то сумасшедший Аткинс. И Тета огромна. Так, ага, тут что-то у нас тоже не в порядке. Straski, wake up Dr. Masters. We're bringing in Anchors. Альваро. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The valve surge and the number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Так, друзья. Информация, конечно, я чувствую себя совсем не лучше нашего Саймона, поскольку информация у нас море. Теперь кто-то кого-то пошел спасать, кого-то Нил разобрала на куски. И где они, эти спасатели? Хотелось бы мне знать. Где мы вообще? У-у. Так, но тем не менее, давайте посмотрим, где все-таки вход на эту вот эту. Я так понимаю, что если у нас есть... Все работает, подсветка работает. Самое интересное, да? Хотя она и упала. Так, где мы читали про Нио? Здесь, да? Нет? This thing on? Включено, все меня слышат. Listen up, all members of staff. Штромайер. The Ion Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Так, Штромайер произносил речь, уговаривая людей не убивать себя. Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Don't do it. I don't understand. Робот, я не понимаю. Ой, слушайте, она похожа на того робота, который был Кэтрин. Подожди. Is this what it's supposed to look like? Разве все чего? Подожди, это кто такая?
Говорит она женским голосом. I expected something different. Я ожидала чего-то другого. Так, хорошо. Hello? Who is that? Кто Mark? Это? Марк? No, we haven't met Нет, before. Мы не знакомы. Is this это ковчег? I think we're safe. Думаю, мы в безопасности. О, а я беспокоилась, что что-то пошло не так. What's your name? Как вас зовут? Robin Bass. Робин Басс, наладчик со станции Тета. Nice to meet you, Robin. Приятно познакомиться с вами, Робин. Что-то пошло не так. Робин, ты вообще отдаешь себе отчет, где ты, что ты? А где все? Не только меня ведь сканировали. Подожди, это те самые сканеры? Да, то есть у тебя тоже где-то есть чип. Марк, эй. Как вы сюда попали? Меня просканировали, как и остальных, а потом я себя убила. Че, с ума сошла? По крайней мере, я так думаю. Сама не помню. А как так получается? Вы попадаете в ковчег? О, да вы явно не стеты. Сейчас угадаю. Омикрон? Я сомневалась, что Кэтрин сможет вас просканировать. Вам повезло. На Тете об этом ничего много говорили. Смысл в том, что когда вас активируют в ковчеге, вас фактически становится двое, так? Один человек и один компьютерный образ. Вы не хотите, чтобы вас пережила ваша копия, вы сами хотите выжить в ковчеге. Если ваш человеческий облик умрет перед началом сканирования или вовсе после него, вы продолжите жить в ковчеге. Потрясающе, да? Офигеть, потрясающе. То есть... Для того, чтобы не существовало их двух копий. А теперь я понимаю, о чем говорил Штромайер. О том, что не убивайте себя. Все по-другому. Не убивайте себя, не имеет смысла. Какая-то непрерывность там еще у них упоминалась. Ага. Так, ну почему-то здесь, почему-то не в ковчеге. Подожди, я ничего не понимаю. Ну, может, это и есть рай? Ой-ей. Хотя бог знает, что видит этот робот. Предыдущий робот, помните, который был на сборочном столе, или как-то он назывался? Ну, в общем, какая-то фабрика роботов. Он тоже говорил, посмотрите, вот мои руки, вот мои ноги. Он видел себя как человека. Слушайте, так может быть и мы только это иллюзия. И мы тоже видим собственные руки, ноги. А на самом деле мы вот такая же... Коробочка. Кажется, непонятно. Так. Это Кэтрин вам предложила себя убивать? Кэтрин Чу? Нет, вы не понимаете. Она просто сканировала нас. Помещала образы в ковчег. Надеюсь, я скоро смогу с ней встретиться и извиниться. Ей всегда доставалось от Штормайера, когда кто-нибудь убивал себя. Думаю, она не в обиде. А где все? Я думала, тут будет человек 40-50. Я не знаю. Если увижу кого, скажу вам. Можем мы еще поговорить? Робин, я не знаю, как вам сказать. Что? Это... Да? Это здорово, правда? Я про ковчег. Да, здорово. Кэтрин и ее команда молодцы. Они всех нас спасли. Я не знаю, что делать. Я просто в каком-то адском раздрайве, если можно так сказать. Да нет, здесь мы уже все слышали. Здесь мы слушали Штромайера. Может быть, здесь еще какие-то сюрпризы есть? Поскольку я так понимаю, что нам... Ого, она явно видит какие-то образы. Не может, так сказать, мыслящий, ну, скажем так, человек. Да, хорошо, даже запись его мозга, но полноценная. Лежа на таком дне, говорит, ого. Не знаю, что она там видит. Опа, ого. Ой. Нам сюда, друзья. Нам явно сюда. Так, давайте тогда, может быть, закончим разговор с Робин. See you later. Will do.
Все, еще что-то можем. Else. Если кого-то найдете, скажите. Что еще? Вы в порядке? So. Думаю, да, все нормально. Feel fine. И больше у нас с ней разговора нету. То есть у ней все файн, у ней все нормально, а мы бегаем как ненормальные, друзья. Что такое А? А, будем кричать, скоро будет. Громко, 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 друзья, когда зайдем в эти двери. Но это с вами мы сделаем уже в следующей серии. Так что будем считать, что это было несколько вступительно, ознакомительно, воспоминательно, осведомительная серия. И огромное спасибо, друзья, всем, кто ее посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.